недавно мы рассказывали вам, чем занимаются зарубежные знаменитости в свободное время. Сегодня настал черед хобби российских звезд. Телеведущий Валдис Пельш выбрал для себя исключительно мужское занятие. Он коллекционирует военные каски. Среди экспонатов попадаются и уникальные вещи, например, каска офицера армии Наполеона III. Есть среди мужской половины звезд и любители традиционных женских увлечений. Например, брутальный Александр Балуев обожает вязать. Этим хобби он заразился на съемках одной из своих картин. А солист Большого театра Николай Цискоридзе нашел для себя способ успокоить нервы. Правда, хобби не совсем мужское. Танцор обожает вышивание. Николай знает почти все стили вышивки. Свои работы Цискоридзе с удовольствием дарит друзьям. Российские звезды Елена Малышева, Екатерина Андреева и Анита Цой увлечены коллекционированием кукол. По слухам, эти хобби россиянки позаимствовали у Деми Мур. Певица Вера Брежнева выбрала хобби, которое в полной мере подходит под ее образ. Вера выращивает орхидеи. Искусством составления букетов увлекаются Сати Казанова, Елена Захарова, Эвелина Блёданс, Катя Лель, Анастасия Макеева. Певица Алена Свиридова знает, кем была бы, если бы не стала звездой. Еще в школе Алена окончила курсы парикмахеров. Членов своей семьи певица стрижет сама. Шура имеет довольно нетипичное хобби для мужчины. Певец обучался у японского специалиста по икебане. Материала для творчества у Шуры довольно много, ведь для этого годятся букеты, подаренные поклонниками. Самая крупная работа Шуры – икебана из 180 роз – досталась в подарок Алле Пугачевой. Среди российских звезд есть очень популярное увлечение – это рисование. Картины в разных стилях пишут целая плеяда музыкантов. Борис Гребенщиков, Шнур, Константин Кинчев, Илья Лагутенко. Режиссер Станислав Говорухин создает интересные подмосковные пейзажи, а Рената Литвинова любит сама иллюстрировать свои стихи. Известный писатель Сергей Лукьяненко собирает фигурки мышей. В настоящее время его коллекция насчитывает несколько сотен статуэток, изготовленных из самых разных материалов. Анастасия Волочкова не стала долго думать над предметом коллекционирования и выбрала свой основной рабочий инструмент – балетные пачки и театральные костюмы. Анна Терехова собирает необычные украшения из серебра. Преимущественно в ее шкатулках находятся роскошные кольца с крупными камнями. Кристина Арбакайте коллекционирует фотографии гримерок из разных стран. Сначала известная певица сама фотографировала экспонаты, а сейчас ей привозят фотографии друзья и коллеги по звездному цеху. Историк моды Александр Васильев очень любит дарить подарки. Среди самых любимых им традиций – дарить маленькие подарки всем гостям, приглашенным в его дом. А ваше хобби совпадает с каким-нибудь из перечисленных? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.